Яркие нарядные платья, обувь и украшения. В одном из пунктов приема на улице Любы Новоселовой, 6А, кипит работа. Елена и Татьяна разбирают одежду, которую принесли неравнодушные жители, чтобы помочь выпускницам собраться на школьный бал. В этом году мы уже участвуем третий раз в данной акции «Бал для Золушки». Мы помогаем семьям, попавшие в трудную жизненную ситуацию, многодетным семьям, малоимущим семьям. И сейчас очень актуально в этом году для семей, которые вот отцы участвуют в специальной военной операции. У нас уже есть кандидаты, кто будет участвовать в этой акции. Нужна ему огромная помощь, поэтому мы с удовольствием примем и поможем. Всего открыто 4 пункта сбора платьев – в Кубинке, Звенигороде, Лесном городке и Одинцове. Принести платье или украшение можно будет до 15 июня. Принять участие могут все желающие. Да, я тоже приносила платье, которое у меня лежали еще с моего выпускного, ну и украшения. По всему округу помогли уже более 100 семьям. В рамках акции «Юные Золушки» не только примерят платья, но и смогут сделать полноценный образ на выпускной бал. Девочкам также помогут с прическами, макияжем и маникюром. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».